Всем привет! Ну вот я и дождался. Наступил трип, причем я словил его во сне. Сегодня выходной, я решил поэкспериментировать с дозировками. Много принял мухомора. И вот сейчас я прямо сейчас нахожусь в трипе. Я ходил сейчас на озеро и, честно сказать, буквально 5 минут назад не мог осознать, где я нахожусь. То есть я осознал себя одновременно в миллионах местах. То есть это не знаю, как описать словами. Я проснулся от того, что во сне я решил, что представить состояние своему второму я, который спросил меня, что такое мухомор, и я ему представил это состояние в состоянии проснувшимся. Вот, и в этом состоянии я проснулся и пошел к озеру и начал чувствовать, что я нахожусь одновременно и там, и здесь. Причем я все осознаю, вижу жену, как она пошла в огород. И очень чистое сознание, я понимаю все 100%, что это планета, но петля времени. Ты находишься одновременно везде, и ты замер в этом времени, ты находишься в каждом шаге и дома одновременно. В общем, трудно описать состояние. Первый раз такое, от этого возник страх на какое-то время, пересохло во рту. И здесь я вспомнил, что этому состоянию нужно поддаться, просто принять его, отпустить. И вернулся домой, и начинаешь на все говорить да, как в фильме вот про Джима Керри вспоминается. Жена мне говорит, что ты сейчас мы куда-то пошли. Я говорю, да, да. Он кричит, иду! Мы сейчас пошли к соседу относить долг, сахар. В общем, в какой-то момент ты начинаешь признавать, что ты хочешь, чтобы все вернулось обратно. Ты готов, чтобы все вернулось обратно. Ты говоришь сам себе, пусть все вернется обратно. Я готов на все, я буду делать все. Лишь бы только вернуться в обратное состояние. Потому что там действительно тяжело. Но мозги очень жестко прочищаются от всего. Я сейчас чувствую, что ничего нет лишнего вообще. Просто все как будто смело, смыло. Никаких предубеждений, никаких претензий к жизни вообще нет. Я хочу жить, готов жить. Я вообще готов на все, принять всю свою жизнь обратно, лишь бы все это вернулось. Такое состояние интересное. Поэтому жена зовет, я пойду. Очень будьте внимательны с дозировками. Действительно, можно поймать очень серьезные состояния, к которым вы будете не готовы и придется работать над собой. Всем. Ну что, друзья, вот пришли мы к соседу. Вот такой здесь шикарный вид. И мне сосед любезно предлагает пиво. И я понимаю вот сейчас, что даже если меня застрелят, блин, даже если меня убьют, я ни в коем случае этого не сделаю, не выпью. Поэтому есть вот такие вот побочные эффекты, отказ от алкоголя. Поэтому у кого есть такая зависимость, принимайте, но будьте внимательны, осторожны, соблюдайте дозировку. Продолжаю описывать свои ощущения в трипе. Трип может быть не тяжелый, конечно, потому что я двигаюсь, хожу. На машине, наверное, могу даже поехать, но все-таки это состояние новое для меня, поэтому хочу его записать. Сейчас пообщались с соседом, он мне включил какие-то приколы из ТикТока, и я вообще не посмеялся, а если посмеялся, то для приличия. То есть я вообще просто не воспринял ни одной шутки, которая там связанная там с женщинами, с алкоголем. Ну, такие вот шуточки вот эти. Непонятные мне. Особенно связанные с алкоголем. То есть их вообще не воспринимаешь. Потому что как алкогольная шутка работает? Почему человек смеется над алкогольной шуткой? Потому что алкоголь вызвал в человеке устойчивое, позитивное чувство. Когда он видит, вспоминает алкоголь, видит какое-то действие с ним, у него чувство позитива в голове возникает.
Так работает наркотик. Человек начинает улыбаться, шутить на эту тему. Хотя на самом деле алкоголь, конечно, это беда. И здоровый человек на такую шутку реагирует всегда болезненно. Ему хочется выключить, убрать это со своего поля деятельности, со своего поля зрения. Вот. Но сейчас вот я чувствую, как мозги настолько ясные. Вот эта петля времени еще есть, но она уже уходит потихоньку. Может быть, потому что я ее принял. Она есть, конечно, но я ее принял, просто отпустил. Она как будто мимо пролетает вот так. Шух-шух. Я здесь, и там, и здесь, и там, и здесь, и в другом месте одновременно. В миллионе мест одновременно нахожусь. Но она как-то мимо летит, вот это чистое сознание, в котором нет ни единой проблемы, ни единой претензии, никакого желания к какому-то кайфу, к алкоголю, к сигаретам. Мясо не хочу, вообще не хочу мяса. Хочется что-то такое чистое, чистую еду, чистых светлых людей рядом с собой, чтобы меня понимали. Вот, какие-то такие чувства интересные. Жена говорит, что физически я никак не изменился, но когда буду видео это монтировать, посмотрим. Вот. Физически она вообще не заметила, что я как-то поменялся, хотя я пришел сюда в состоянии очень сильном измененном сознании. Поэтому подписывайтесь, на связи. И следующий эксперимент моего лайт-трипа. Хочу проехаться, попробовать на машине. Ну, в общем, раз я это делаю, значит, это возможно, потому что в Мухоморе, если вы за руль не можете сесть уже, значит, вам это не нужно. Мухомор так работает. Много моих друзей описывало, что даже в состоянии очень жесткого воздействия мухомора они ехали, доезжали до места. И одни говорили, что ехали нормально, но тело превращалось в аватар. То есть они ехали где-то рядом, а тело управляло машиной. Другой говорил, что вот доехал до точки А в точку Б. Вернее, от точки А в точку Б. Но не помнил, как это сделал. После этого перестал принимать большие дозы мухомора за рулем. То есть мухомор так работает, да, что он выполняет свою функцию, но при этом состояние очень сильно меняется. Поэтому будьте внимательны. Давайте попробуем, поеду ли я и как я буду это делать. Едем задом. Нормально. Когда нужно переключиться на контроль управления, мозг прямо жестко переключается. Я четко понимаю, что я делаю, куда я еду, но при этом петля времени со мной. То есть у меня сейчас в голове и сосед возникает, и жена, и мои хождения, и собаки. Все это в моей голове присутствует, крутится как бы вокруг моего сознания по петле, по времени, но при этом я с вами разговариваю, записываю видео и при этом управляю машиной, причем управляю нормально, нет никаких проблем вообще с управлением. Не знаю, как в городе, конечно, но думаю, что в городе я спокойно проеду. Да, интересное состояние, не было такого мне никогда. Никогда такого я не испытывал. Жесткого состояния, интересного, прочистки мозгов. Ладно, следующий эксперимент. Пошел мыть грибы, а бабки жена попросила. Да, понимаю, что состояние достаточно интересное, непростое. Жена сейчас отправила меня мыть грибы. Даже вот телефон тяжело держится в руках. Упрыгивай. Нужно контролировать руки свои, поэтому я решил немножко передохнуть, прилег в гамак, решил дальше фиксировать свои состояния. Это петля времени самое интересное. Реально в какой-то момент ты понимаешь, что я готов на все, лишь бы вернуться обратно, но в тот же момент ты понимаешь, что да, в принципе, не так все и страшно, хорошо, сознание очищается. И здесь я вспомнил про ситера, так
называемого, то есть человека, который находится рядом с тобой и помогает тебе находиться в этом процессе. Это вот люди проводят мухоморные ритуалы. Я понимаю, что если рядом сейчас со мной кажется человек, который понимает, что происходит, который был в этом состоянии, мне будет намного лучше, намного легче. И это круто. Это прям хорошо. Я думаю, что те люди, которые будут приезжать к нам в мухоморную баню, и приезжают к нам в мухоморную баню, им очень уверенно предстоит проходить, и проходятся все эти состояния интересные. Но в бане трип не нужен вообще. То есть в бане мы находимся в хорошем шаманском состоянии. Потому что если в бане трип настанет, там уже баня не нужна будет. Вот, поэтому... Поэтому я думаю, что люди, которые являются смотрителями, я их так называю, то есть смотритель — это человек, который находится не в мухоморе, но при этом он знает, что происходит, и может помочь тебе словесно, поддержать тебя в этом состоянии, дать какие-то рекомендации, потому что очень жесткая прочистка мозгов идет. Очень жесткая прочистка мозгов. Видео буду монтировать позже. Хочу завтра еще, когда в себя приду, выйду из мухомора, свое мнение записать еще. И тогда уже сделаю видео, потому что в голове прямо очень напряженное состояние сейчас. Двигается все. Звуки разные идут. Потом проходят, пропадают. Я опять возвращаюсь в точку. Интересно, конечно. Первый раз такой опыт. Ладно, пойду дальше грибы мыть. Вот. Интересный момент. Вернулся я мыть грибы. Но ощущение у меня такое, что я никуда и не уходил. То есть я понимаю, да, что сейчас я могу находиться и там, в гамаке. Я там нахожусь, я одновременно нахожусь и здесь, и у соседа, и дома. Это вообще просто интереснейшее состояние. Я вам, конечно, очень рекомендую аккуратно обращаться с мухомором, потому что он вам может открыть такие ваши глубины сознания, что вам станет страшно. Поэтому будьте внимательны. Поэтому мы и решили, вернее, я решил, жена меня поддержала, запустить курс по мухомору. Для того, чтобы человек мог нормально познакомиться с этим грибом. И если что-то произойдет вот такое, у него был человек, который его проконсультирует. Потому что состояние действительно интересно. И нужное, я бы сказал. Потому что прочистка мозга капитальная прям вообще идет. При этом ты можешь все делать. Хотя бывает, конечно, трипы, когда человек вообще ничего не может делать. Он полностью отключается от сознания. Вернее, от мира, в котором он находится, и просто лежит. И, ну, я не знаю, я бы не хотел, конечно, этого. Не хочу этого состояния. Вот сейчас я понимаю, что это, наверное... А в другой момент и хочу одновременно. И хочу, и не хочу. Вот в этом состоянии и хочу, и не хочу. И здесь, и там. И это, и то. И мою грибы, и в тот же момент с пчелами общаюсь. Я сегодня пчел смотрел. Не описать словами, в общем, это нужно прочувствовать. Это состояние везде и нигде. Состояние без времени. Времени не существует. Хотя состояние это легкое, я понимаю, что я могу себя сейчас идентифицировать в точке времени, во Вселенной. Но вот когда час назад я встал с кровати, пошел к соседу, у меня было был момент, что я не мог себя идентифицировать в точке времени, как личность. Вот что интересно. И от этого становилось страшно, и единственное, что я мог сделать, это просто смириться с этим и все. Просто принять это, что я этого не могу, и тогда становилось намного проще. Ну ладно, до завтра.
В общем, вспомнил я, что я сегодня картошку еще копал днем в жару, потом бросил. Кстати, как раз таки вон кто-то стреляет там в деревне. Как раз таки, когда копал, я вот принял мухомор и пошел копать. И во время жары, жара была, меня разморила, я пошел спать лег, и во сне меня трип-то и настиг. В общем, сейчас что чувствую, вот петля времени отпускает. И состояние такой расслабленности, вообще ничего не хочется делать. Сейчас хочется сесть, короче, полежать, поесть, что-нибудь такое. Ну, в общем, не хочется двигаться, расслабление наступает. Поэтому сейчас картошку уберу в мешок, взял мешок. Вон она лежит, там немного, мешок я накопал. Уберу и пойду отдыхать уже, присяду, наверное. Буду созерцать свой внутренний мир, свое внутреннее я. Зачем я это сделал, для чего. Было интересно. Было интересно. В общем, состояние наступило. Расслабление. Я собирал картошку. Даже не собрал, бросил ее, короче. Сейчас ночь, все равно прохладно. Там пол мешка собрал. Завтра соберу. Пойду отдыхать. Короче, сейчас хочется отдыхать. Мухомор дает разные состояния. В одних состояниях хочется действовать, в одних состояниях хочется отдыхать. В общем, он дает то, что нужно человеку в данный конкретный момент и в зависимости от дозировки. Поэтому правильно дозируйте. Об этом позже. Пойду отдохну. Ну что, друзья, я начал общаться с женой и осознал себя сгустком энергии, лучом света, который летит во Вселенной. Из ниоткуда и в никуда. То есть нет начала и нет конца. И именно это называется бессмертие. И вот сейчас я прям четко это увидел, осознал. Вот этот вопрос на ответ, откуда мы и куда идем. И все претензии к жизни сразу уходят, потому что ты не тело, ты энергия, которая движется во Вселенной бесконечно. Мы не имеем конца и не имеем начала. Мы и есть часть Бога. Вселенской энергии нас много, и других существ во Вселенной. Все мы движемся из ниоткуда в никуда. Вот что я понял. Да, друзья, это трудно понять, вот так словами передать, но это можно ощутить на себе. И ты понимаешь, что твоя жизнь — это просто такая игра. Интересная, красивая. Играй в нее, в том состоянии, в котором ты есть. И все. Нет претензий к жизни вообще никаких, потому что это игра, а ты энергия, которая движется в этой вселенной. Получила это тело, для чего, не знаю пока, не могу ответить. Просто нужно играть в эту игру, в том состоянии, в котором ты есть. Можно созидать любые для себя ситуации, абсолютно любые. Вот почему я оказался здесь, потому что я этого хотел, я хотел жить на природе, я создал для себя эту ситуацию. Но тогда мне казалось это сложно все. Сейчас я понимаю, что это просто точка, в которой я нахожусь здесь и сейчас, в данную секунду. Через какое-то время я буду находиться в другой точке. Просто потому, что мы летим во Вселенной все вместе, как лучи света, как сгустки энергии. Вселенная бесконечна, и мы бесконечны. И мы летим из ниоткуда и в никуда. Просто летим, и все. Вот сейчас я это осознаю прям явно, четко. Да, у меня здесь есть какие-то задачи, но сейчас я не хочу ничего делать. Я хочу просто понять еще раз это состояние. И завтра утром уже начну заниматься жизненными, земными делами. Когда вернусь из мухоморного мира в мир реальный. Видимо, мухомор сделан для того, чтобы мы могли выйти в реальный мир. Там побыть, осознать многое, увидеть вот этот матричный мир, что это такое на самом деле, и как можно его перестраивать под себя и вернуться обратно, делать свое. Я думаю, что мухоморная баня еще больше это раскрывает, потому что там еще баня подключается к воздействию на сознание. Что-то подобное происходит. Мы отключаемся, отдыхаем в бане. И с мухомором это происходит более явно. Но вот сейчас это состояние прям четко прослеживается.
ты энергия, которая движется из ниоткуда в никуда. В этом и есть сама жизнь, смысл жизни. Она бесконечна. И вот сейчас уже вечер. Начинается расслабление. Прям такое, видимо, мозг был нагружен работой. Мухомор чистил мозг, нагружал его. Сейчас потихонечку отпускает, отпускает. И хочется просто быть одному. Но идут инсайды, и я понял, что я нахожусь в точке, которую невозможно определить во Вселенной. То есть жена меня спрашивает, где ты сейчас? Я говорю, я дома. Да, я понимаю, что я дома. Но в тот же момент я понимаю, что я нахожусь в точке Вселенной, у которой нет координат. Мы летим где-то в бесконечном пространстве. Это пространство, оно бесконечно, естественно, поэтому у него нет координат. И я нахожусь здесь и сейчас, в месте которого нет. И оно есть. Вот одновременно я понимаю это. И сразу же пришла мысль, то, что я уже говорил, что душа человека и сам человек – это энергия чистая, которая летит во Вселенной. И мы, люди, которые живем на этой планете, мы творцы. И мы сами загаживаем свою энергию, свою душу, непонятно зачем. И вот меня спрашивали тут про СВО, про войны. Я, конечно же, хочу скорее, чтобы все закончилось, чтобы люди перестали делать друг другу больно, потому что это игра, которая не наша. То есть темные паразиты прилетели на эту планету и начали играть здесь в игры, в которых мы страдаем. То есть наступила ночь Сварога. И для того, чтобы опять наступил золотой век, нам нужно избавиться от паразитов, прежде всего, у себя в голове. И как только мы избавимся от паразитов у себя в голове, на этой планете сработает закон свободы воли, и люди перестанут убивать друг друга, начнут творить, созидать. Человеческая раса и белая раса начнет опять возрождаться, и планета начнет возрождаться. Уйдут вредные производства, которые убивают эту планету. Военная техника, которая убивает людей, начнется золотой век. Я думаю, что мухомор – это древнее оружие богов, древнее средство богов, которое направлено против тьмы, чтобы люди могли вернуться к своему изначальному «я», к своему состоянию, в котором мы пришли сюда, на эту планету, в состоянии света, в состоянии творчества. И в этом мире опять начнется счастье, мир, любовь между людьми. Я вот так вижу ситуацию, которая сейчас складывается. И все только в наших руках. Все зависит только от нас. Ладно, пока на сегодня все. Всем привет, друзья, товарищи. Ну что, вчера был интересный денек. Light trip, как я его называю. Хотя кто его знает, может это и настоящий трип. Просто я находился в связи с этим миром. Хотя весьма ограниченно, я бы сказал. Ну что, подведем итоги, что я понял. Я понял, что человек бессмертен, человек – это энергия, которая движется во Вселенной. Наш путь, он не имеет начала и не имеет конца. Мы движемся не из точки А в точку Б, а просто движемся непонятно куда и непонятно зачем, с одной стороны. Поэтому каждый сам определяет, для чего он живет в этой жизни, здесь, на этой планете. Также я понял, что вот эти все религиозные доктрины, все это хрень полная. Это вообще такая чушь, на самом деле, которую нам пытаются втирать вот эти люди, которые обещают тебе, что ты попадешь в рай, но при одном условии, если ты будешь только с нами. Причем каждая религия обещает попадание в рай, только если ты будешь конкретно в этой религиозной доктрине, и не дай бог ты куда-то в другое уйдешь, ты попадешь обязательно в ад. Вот, в общем, короче, бред какой-то, все эти религии. И я так понимаю, что мухомор специально был оставлен здесь богами для того, чтобы в какой-то момент человек мог вернуться к изначальному знанию, к истинному знанию о том, как устроена Вселенная, и определить для себя все-таки, творец ты или паразит. Получается так. Ну и еще один момент. С мухомором лучше не шутить. Это не для развлечения, это не кайф, это не наркотик, который, от
которого ты получаешь какое-то удовольствие. Нет, тут все наоборот. Вчера мне жена говорила, что, блин, ты вот его ешь, возможно, это наркотик, да. Я говорю, слушай, вот я сейчас сижу в этом состоянии, да, с тобой разговариваю, и я понимаю, что я не хочу больше есть сегодня мухомор, и, возможно, завтра не буду хотеть, вот я сегодня его тоже не хочу есть. У наркотика все наоборот, то есть наркота, она, чем и опасна, что ее хочется больше и больше и больше и больше. Ты выпил, тебе хочется еще, ты что-то курнул, тебе хочется еще. И человек в состоянии наркотического опьянения превращается в тряпку, в чмо, в существо, которое само себя разрушает. В мухоморе все наоборот. Вчера, находясь в этом состоянии, я понимаю, что да, есть определенные моменты, с которыми тяжело справиться. Например, там петля времени, это то, что я нахожусь везде и нигде одновременно. Но в тот же момент сознание настолько чистое, настолько ясное. Ты понимаешь, как устроен этот мир, ты понимаешь, кто ты, зачем ты, куда идешь. И в этот же момент ты не хочешь усиливать это ощущение, ты наоборот хочешь вернуться обратно. Поэтому ты не хочешь принимать еще дополнительно мухомора, чтобы, ну как, с другими психоактивными веществами убиться там. Наоборот, здесь убийство не происходит, здесь тебя выводит на новый уровень, очищает твои мозги так, что ты говоришь, все, хватит, я хочу обратно. Я все понял. И еще один момент. Те знания, которые я получаю в мухоморе, они остаются потом здесь. То есть вот я сегодня проснулся утром, облился холодной водой, сделал зарядку, там в огород пошел, сейчас к пчелам пойду. Занимаюсь своими делами. Но те знания, которые я получил вчера в мухоморе, они со мной остались. И они настолько четкие и понятные, что я прекрасно могу их транслировать и... Это во мне находится сейчас, я прекрасно понимаю, что да, так и есть. То есть это не были какие-то галлюцинации, которые там в мухоморе находятся. То есть сейчас здесь, в обычном мире, я понимаю, что да, все так и есть. Мы энергия, которая движется во Вселенной и не имеет ни начала, ни конца. Это и называется бессмертие. Ну все, братцы, всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся.